Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Многие, наверное, уже знают, что я провожу тестирование продуктов со светофора. Сегодня у меня проходит тест вот такой, азерчай. Не буду забегать вперед. Покажу вам и расскажу в дальнейшем, понравился он мне, стоит ли его покупать. А те, кто хочет узнавать другие разные тесты на продукты со светофора, можете найти у меня в плейлисте обзоры. Так, ну что можно сказать, пока вот начальная цена только могу показать, 89,90. Чай черный байховый с ароматом бергамота. Срок годности хороший еще, до 22 года. Пахнет очень вкусно. Сейчас я высыплю. Вот такой чай на вид. Не очень крупный, не крупнолистовый. Пахнет просто замечательно. Запах приятный, без каких-то прелых листьев. Без этого запаха. Уже в сухом виде. Мне понравился этот чай. Так, сейчас будем по инструкции. Способ приготовления. 2 чайные ложки на 200 мл воды. Залить чайник кипятком и дать настояться 7-8 минут. Произведено в России. Вот смотрите. Здесь у нас 250 грамм такой пачки. Сейчас будем тестировать. Буду заливать кипятком. Я сполоснула чайник кипятком. Залила по инструкции. Сейчас будем наливать крутой кипяток. Вот смотрите, такая пенка появляется характерная при заваривании чая. Так, ну не будем остужать. Сейчас мы накроем еще грелкой. Вот укутала я грелкой своим вязанием. Это я вязала крючком на чайник грелку специально заварочный. Вот ждем 7-8 минут. Потом разливаем и пьем чай, дегустируем. Покажу вам. Так, ну что, пробуем. Ответственный момент. Разливаем чаек. Вон, смотрите, какой сразу насыщенный красивый цвет. Не знаю, видно вам там. Вот смотрите, какой янтарный. Освещение еще мне тут. На чашку внимания не обращайте. Это моя любимая чашка. Я не профессионал, а просто показываю, как я тестирую продукты у себя дома для личного потребления. Вот такая вот заварочка. Сейчас я налью кипятку. Как раз у меня тут вскипел. Запах замечательный. Ну, пробовать, наверное, я сейчас еще не буду. У меня здесь приготовлено к чайку. Захотелось мне черничного варенья. Вот, я буду пить с вареньем сегодня. С черникой. Сама собирала. Такое варенье красивое. Ой, ароматное, вкусное. С экологически чистого района. С нашей Тверской области забирала в бару нашим сосновым, еловым на берегу озера нашего Раменского. И вот сейчас буду пить чай и наслаждаться чаепитием. Очень вкусный чай, я вам скажу, ребята. Вот. Так что, если будете посещать магазин светофор, не проходите мимо этого чая. Не берите ни в каких пакетиках. Я вообще пакетики не завариваю. Очень редко, особенно черный. Ну, зеленый иногда покупаю для себя. Быстренько заварить. Так вот, когда торопишься. А вот черный чай. Вот именно в таких пакетиках. Берите. Очень вкусный и ароматный. Так что не пожалеете. Фасовка радует.
250 грамм. За такую цену вы больше нигде не купите. Так что рекомендую. Всем приятного чаепития. Будьте здоровы. Заходите ко мне на канал. Подписывайтесь и будете узнавать много интересного. Всем пока. До встречи.